Тор кто сюда привел? Ну, он же вроде нападик нормально сыграл. Поэтому сам пришел. Арпо, сюда иди. А ты что здесь делаешь? На тренировку сказали прийти. Какую тренировку? С командой, в общем. Я за пазик сыграл, мне сказали, приходи. Под сезон. Ты свою правую видел? А что не так? Не дивно, только в автобус заходи. Я не тренируюсь? Нет. Иди гуляй. А когда можно будет? Когда? Что не так у меня справа? Первый раз на тренировку пришел, у меня уже чехлит. Он хоть матчи пазика смотрел, и этот, блядь, еще качок стоит. Слабая, говорю. А сам он слабый. Какие мне судьбами? Че, как дела? Да, с тренировки сейчас. У баса был. Че, как там? Меня выгнали. А что? Я не знаю. Просто я пришел, 30 минут потренировался. Марат, еще какой-то качок меня зовет, говорит, все, иди домой. Качок? А не что там? Вообще. Братан, ну мне честно вообще не смешно. Я рассчитывал, что хоть какую-то копейку буду с этой войны. Тикток закрыт, братан. Как я буду зарабатывать? Семью мне что приносить? То, что я на тренировках голы забиваю. Ну слушай, давай сейчас, может, к Сосу поедем пообщаемся. Там насчет пазика, чтобы нас финансировал. Ну хоть ЗПХ будет. Ну да. Подожди. Давай просто с моей бабки выйдем. Артон, мне результат нужен. Да ты напишешь, сколько тебе надо. Но если результат будет, то, конечно, почему нет? Ну результат это кто тебе? Профики нужны? Да. Ну напишем ему профики ЗП. Я ему как-то херню напишу, типа СММ, оператор, оператор, будем кого-нибудь на айфоне просить и все. Слушай, да, ну в принципе можно, игрокам я там по минимуму зарплату. Да какие игроки на ум, ему вообще деньги не нужны, он в школе учится. Тренером я приведу, я хочу привести игроков. Ну им придется. Да, давай им я напишу там, ну, чисто по-братски, там от себя буду давать там 1005 в месяц. Ну вообще отлично, давай единицу ему пропишем. Лям? Ну лям очень. Да пофиг, ну сделает он нам 200, хотя бы какой-то навар будет. Братан, я не хочу просто... Ну торги начнем тогда от миллиона. Я думаю, в принципе, если мы ему раскидаем, то... Давай сразу, мы пополам делим? Конечно. Или тебе вообще пофиг? Пополам. Главное, чтобы результат был. Профиком и пополам. Да? Давай. Пойдем, пообщаемся. Думаю, у нас получится. Вот с кайфом, братан, просто с кайфом. Сос мне навстречу пошел, мы сейчас вместе. Просто в долги Гатаговых отправим. Один меня выгоняет с тренировок. Это что такое? Я прихожу, это копейку заработать. Он меня выгоняет с тренировки. Ну, сейчас мы с Сосиком нормально заработаем. Ну, я не могу сам. Нам, конечно, нужны еще игроки. Алло. Да, привет, привет. Конечно, удобно. Да, один, один. Это YouTube. Угу. А знаешь, что мы здесь? Через 10, да, освобожусь. На. Давай хоть матч включимся. Да, все, давай наберу, ага. Че, вы меня ждете? Ну да, поговори. По поводу пазика. Ты я как раз вот смотрю пазик. Ну да, мы слышим. Да, играли вы с броками, чё как? Показали результат. Я думаю. А зачем нам результат? Ну и шоу делаем. Не только результат. Хоть кто-то выигрывает. Все-таки надо уже и немножко почувствовать вкус. Так подъем. Мне и результат, и баса не нужен, и пазика не нужен. Ну, мы-то хоть медийно что-то будем давать, например. Ну, а нас все узнают. А что хотите от меня? Ну, у нас будет команда. У нас просто из ресурсов... Еще команда будет или есть уже команда? Вот пазик команды. То есть вы уже, вот я видел, это пазик, который... Который играет, под который, вы, который вы меня звали поиграть. Да? Да. Кстати, это тоже вакантное. Да. За тобой футболочка есть. Так у вас же там... Что за футбол? Фрик-футбол какой-то? Нет, ну там серьезный футбол. А результат зачем нужен?
Зачем? Чтобы узнавали, что самая сильная медийная команда. Непрофессиональная. То есть вы опять сваливаетесь в этот ФНЛ-2? Мы не сваливаемся. У нас будут игроки медийные, которым просто нужно раскрыться. Нужны тренировки. И будут у вас там играть опять профики? Не будет профики. Ну, одного мы уже убрали, танцора. И то он не был профиком. Ну, я вот, например, танцора. Смотрю, у вас там играет Наум. Это же профик. С каких? Это ребенок. Ну, как ребенок? Он же футбольную школу закончил. Я понимаю, играет Арпо, играет СОС. Там играет Сэм Зигай. Не, ну я не играю, я фиерю там. Это и надо. Но вы опять говорите мне про результаты. И сколько вам денег надо? Что вообще, вам деньги нужны? Ну, а без денег вы можете что-то сделать? Ну смотри, мы можем расписать тебе, показать, что, для чего нам нужны вообще финансовые средства. Нам не так много надо. Напишите. Мне интересно. Напишешь? Сколько? Да, мы тебе сейчас распишем тогда на доске, покажем, для чего надо. Расписать тебя сейчас. Удобно, удобно. Сейчас у меня тут парень какой-то. Да, сейчас я с ним поговорю. Давай, напишем. Да какая презентация? Какие бабки? Он, наверное, не знает, какая мы команда. Слышишь, сколько, блядь, с него можно взять? Ну, я думаю, ну, ты не смотри то, что он как бы свой, у нас играет. Я думаю, можно нормально. Подожди, котлету он подрубить. Про профи как начал что-то. Бум заявлять. Конечно, бум. Я сказал, мне нужен результат. Сколько попросить? Давай 700. Миллион? Ну, а что нет? Давай 700 и скажем, испытательный срок. Смотри, сразу сумму пишу. Миллион. Нам сейчас надо как-то выйти. Давай напишем, нам нужен. Для чего нам вообще этот миллион? Да, да. СММ отдел. СММ 200. Просто он скажет, да. А откуда такие суммы? 200-300. Человек. Давай, ведь в деньгах. Он так понимает. Все. Зарплата игрокам. Подожди, а он сказал, что профиков не будет. Так да, тем, а которые премки, есть. Которые премки, у нас, давай. Да. ЗП плюс премки. Сколько? 400. Ну мы с тобой играем. Ну давай. Так. 400. Поле? Поле. Поле, аренда поля и тренажерный зал. Ну я не знаю, 1030 в месяц. Чё? Одна только. Ну что, сейчас допишем. Ну у нас уже есть примерно. Мы можем, да, будем на ходу вам показывать. Сколько это уже? 200. 600, 800, еще полтора. Оператор. Оператор. Давай даже как сделаем. 1200. Суслан Маратович, вы подготовили, на что нам нужны финансовые средства? Ага. Это у нас будет СММ-отдел, зарплаты и премиальные игрока, поле для тренировок плюс тренажерный зал. Зарплата тренера и оператора. Это месяц. Это год. Нет, месяц. Месяц? Месяц. Мы вообще пришли, чтобы сместить Амкал и Тудроц и сказать, что самая медийная команда это Пади. Ну а что тут еще? Ну вроде все понятно. У меня вопрос по ЗП тренера. Это хорошо, 150. Кто это? Серьезный дядька, бывший игрок ЦСКА и Динамо. Сейчас на Хабина двигается. Опер, это вам что, крыша нужна лишняя? Нет, оператор. А, оператор? Оператор. А, блин, ты думал. Ну, я бы не хотел такую крышу иметь, конечно. Скажи, пожалуйста, еще по премии. Года? 400 тысяч. У вас зарплаты плюс премиальные? То есть да. У вас это гибридная система? Нет, это минимальная. У нас будет. Нет, это а максимум. Сколько участников в команде? 10 человек. А можете написать, кто у вас в команде есть сейчас? Алдонин. Из ЦСКА? Алдонин, да. Подожди, давай Дзага. 400 тысяч. Давай ты. Я. Ты. Мама. Напиши Саша. Саша. Кот. Ага. Уже до хрена. Сойдет.
Ну, мы это пока вкратце написали, потому что уже и время у нас ограничено. Нам надо там пойти пообщаться с определенными игроками. А с кем будете общаться? Ну, мы с Джупой планировали. Он там ведет со Слуцким новое шоу. И мы поэтому хотим тоже добавить ему чуть-чуть медиа. А СММ вам зачем? СММ? Ну, вот этот человек, на котором все держаться будет. СММ же у нас от Баса есть. Да нет, ну там совсем другое. Но мы чуть-чуть уровнем повыше. Чем? Чем Бас. Чем? Да. Победами? Вы уже выиграли, да? Одну мы игру. Выиграли сейчас. Мы не проигрывали. Ну вы как Бас одну игру выиграли и... Мы пока не проиграли. Нет, ну Бас с Броками в ничью, по-моему, сыграл, если не ошибаюсь. А мы их там, они даже счет неправильно выставили. 9-6 мы их переехали. Нет, Сос, подожди, но если есть какие-то вопросы, сейчас вопросов спрашиваю. Нет. Вы что на ком кладете? Какие цели? Еще раз, ну смотри, у нас есть ЗП футболистам, собственно, и результат должен быть. Да. У нас сейчас будут игры. Мы, кстати, тебя тоже ждем. И, ну... Премиальные тоже тебе обещаем. Но игра для тебя там, чтобы не было в обиду или как-то. Пока что одна игра, мы на тебя посмотрим, потому что все-таки уровень у нас высокий. У вас одна игра, еще следующая. Следующая игра. Я на вас посмотрю. С Fight Nights будет игра? Да. Я на вас посмотрю. Вы пока вылазите за счет Броков, за счет их вайба. Да нет, ты наш вайб не видел просто. Напомни, ты где тогда был, когда у нас игра была? Мы же тебя приглашали. Я работал. Ну ты в Дубае отдыхал, тут да. А мы пахали. Шляпу вашу наполовину поделим. И бюджет. Тысяч? Весь бюджет. Да, и тогда по рукам. На ну месяц. Давай, не тебе, не нам 700 тогда. Первый месяц? На 3 месяца. Нет. 500 тысяч даю вам. На 3 месяца 500 тысяч? Мы вот это на месяц просили. Ну я вам сейчас встречное предложение делаю. Давай испытательный 700 на месяц. Мы нет, сейчас от звезды. Давай, если мы вот два матча у нас сейчас. Давайте, если вы два матча выигрываете, то мы вас финансируем. Договорились. А не обязательно выиграть. Тогда миллион. Вы же сейчас говорите про результат. И, ну еще да? Медийный результат можно смотреть. Нет, мне нужен результат тогда на поле. Результат. Я за результат отвечаю. Хорошо. Тогда мы берем миллион в месяц. Если мы выигрываем две игры. Миллион за три месяца. Нет, в месяц. Нет, потом месяц по нашим условиям. Давайте. Все. Номер же есть мой? Есть. Ну если что, тогда на по номеру на сберкарту мне кинете. Здесь проедет две игры. И деньги в клубе останутся. Че, Леша, в старт играешь сегодня? Ой, да не знаю, Андрю, как коуч. В общем, парни, была встреча с Осланом, мы пообщались, я теперь директор команды. Что-то будем решать. Артем у меня будет помощником, за всеми вопросами обращаться к нему. Короче, СОС еще нам бюджет выделил. Ну, небольшой, конечно. Сколько? Да, там 20 тысяч вышло у нас на аренду полей, у нас сейчас намечается много игр. Поэтому придется чуть-чуть потерпеть, сейчас будут встречи, будем разговаривать и выбивать нам еще... бюджет. Если результат хороший будет, я думаю, он точно на встречу нападет. Он сказал, больше бабок даст. Поэтому сейчас играем с Fight Night, но премок особо не будет. Возможно, мы сейчас договоримся по поводу пиццы, но не факт. Еще, пацаны, не обижайтесь, но мы с тренером разговаривали. Будет еще усиление в нашу команду. Мы новых футболистов возьмем. Я не знаю, как мы с ними расплачиваться будем, но нужен результат. Потом мы, может, с ними как-то потом... расплатимся каким-то образом. Но мы это решим. Это не ваша задача сейчас. Слышишь? Где этого Джоковича нашел? Да не переживай, это СММщик. Он у нас будет по бартеру. Сейчас один матч с ним сделаем, на банку его расчехли. А по бабкам он что требует? Ну, типа... Все нормально, не переживай. С этим я разберусь. Давай только одну игру максимум. Не одну игру и потом на банку его посадим. А с футболистами что делать? Поэтому тебе говорю, что у нас нет никакой дисциплины. Я сейчас хочу именно за результат взяться, и поэтому будет у нас усиление. Подожди, а по бабкам так не надо? Я разберусь с этим, не переживай.
Блин, ну, главное, чтобы эти не требовали премки. Не, не премки. Ты, мы им так и будем говорить, что у нас 20 тысяч. Типа у нас вообще ничего нет. Что у нас 20 тысяч на профи. Все, поэтому супер, супер. Основной у нас бюджет будет идти на профи. Все, давай, пойдем. Все. Сос, ты нахера основу из баса подвозишь? Я тебе сказал, то, что я буду усиляться, мне нужен результат. Блин, ну концепция же теряется полностью. Подожди, а по баху что он требует? Для налогового это будет бесплатно. А для нас? Для нас тебе не важно. Я сам знаю. Давай. Короче, не скажется, да? Ну нет, это не скажется. Ну все, давай. Я пришел за результат. Так, давайте по схеме. 3-2. Напады играют более во фланге. Центральный защитник играет больше как опорник, соответственно, выдвигается повыше. Фланги защиты смещаются в центр под напов, чтобы получался такой треугольник. Мы без защитников играем, если центральный как опорник играет, и те по флангу играют. А ты Анчелотти? Те, это в атаке. В атаке, все. Мы оборону не рассматриваем, да? Не, в обороне у нас напады просто садятся пониже, и получается вот так, типа. Все, извините. А, да. все, окей. Все, давай, Саша. Ты кричишь «Мы вас», и мы кричим «Переедем». Okay. Мы вас! Переедем! Мы вас! Переедем! Мы вас! Переедем! Машина, щепотка! Профессиональный уровень тут. Так, да. Цуефа. Ну это... Не, ну он забрал, забрал. Давай, Саня! На Кипрке. Маузы на дяне, да? Вперед, Павел! Давай, спрашивай! Вот он в порядке! Вот, побежал. А, что, Саня, не увидел его? Да, мне сейчас сзади прихватил. Ой, хорош! Анатолий Таня, решай! Опа! Поехали! Иди выше. Один! Там на опыте. Хрустнуло. Сильно, очень хруст. Очень сильно хруст был, так сломал. Братан, ну это пи***ц, кого СОС привозит?
Зачем приезжает Маратыч, который ни на одной тренировке не был, ни на одной игре, приезжает на Алюре играть? Я понимаю, он босс. Профики, окей, они бесплатно, но все равно они должны нас усиливать в команде. Мы проигрываем. Кому мы проигрываем? Против нас дети играют. Ну, блин, ну как мы будем бороться? Я не знаю. Когда стали эти старые, привел новеньких, чтобы дали результат. Нет, наши должны играть пятками, делать всякую дичь. Это тиктокер вообще с ума сошел, играет пятками, он ногами играть не умеет. Надо полностью поставить новый состав, где будут играть одни профессионалы. Не зря они у меня получают такие большие деньги. Леш, мы тебя берем на одну игру. Мы играем с Fight Night, там дети выходят играть. Камилу, ему сколько? 40 лет. Андрюк, брат, ты жалуешься, что не выходишь играть, ты выходишь, начинаешь пятки. Сань, ну определись, ты тренер уже или игрок? Ты столько моментов засрал. Извини, да, что я наезжаю, ну, блядь. Пацаны, нам так бабки никогда, блядь, не дадут. Что ты им пихаешь? Ты сам как играешь? Тиктокер. Тебе бы тиктоки снимать. Вы играете пятками все. Мне нужен результат. Поэтому у нас и играют профики. Будем менять состав тогда, если вы так и продолжаете играть. Тренер, надо больше тренировок. Работай над тренировками. Что у нас спортсмены делают? Куда мы катимся? Для чего мы выходим играть такие матчи? Да, пацаны, я не знаю, нам поле 20 тысяч, 20. Я хотел у него после игры попросить хотя бы полтос сделать, чтобы вам чуть-чуть раскидать. Чё мне ему сказать? Чё мы выходим вообще? Мы и так, у нас воды нет, мы без денег играем. Мы выходим, какую-то херню возим, тактики нет вообще. Чё мы собрались? 10 минут у нас было, ну до матча ни формы нет, ничего нет. Всё, мы тут сели и ждём. Вот мы вышли, и мы не знаем, что делать. Какой вы результат хотели? Я вам изначально говорю, вы не футболисты. Мне не платят, мы играем без воды, без всего. Еще я выхожу вам помогать играть. Ну, ребят, надо с этим либо завязывать, либо что-то делать. Ребят, ну так не делается. Вы зовете по бартеру, говорите поиграть. Поснимай нас, выложи, попродвигай, приглашайте поиграть, говорите, классные ребята, классное поле, классные мячи. В итоге что на деле? Прихожу, стараюсь доказывать, я на пике своей формы. В итоге что получается? Ты, Тёмыч, Сос, просто берете и пихаете, буквально. Так просто не делается, ребят.